Глава Якутии вручил участникам альтернативной паралимпиады в Москве и олимпиады в Рио по 1 000 000 рублей. Встреча со спортсменами прошла сегодня в Якутске. Егор Борисов поблагодарил атлетов за стойкость и стремление к победе. Денежные премии получили Анастасия Диадорова, Виктор Лебедев, Степанида Артахинова, Аял Лазарев, Владимир Балынец, Сардана Трофимова и Алена Дмитриева. Кроме этого, пловчиха Анастасия Диадорова и борец Виктор Лебедев удостоились ордена «Полярная звезда». Остальные стали лауреатами премии главы Якутии. Хотелось именно подняться на паралимпийский пьедестал, именно трогать эту медаль и получать те эмоции, которые ты получаешь там. А сейчас не уверена, что с таким чувством незавершенности я смогу завершить свою карьеру, но сейчас я ничего не могу сказать, потому что всего пару дней назад у нас все закончилось, и я до сих пор хожу и плачу, переживаю, и поэтому пока все сложно.